Книга «Открытым оком», четвертый том, вопрос 1215. Тема крещения. Почему священники РПЦЗ в России принимают приходящих из Московской патриархии, которые не крещены троекратным погружением без перекрещивания? Ведь они, по сути дела, не крещенные и не имеют права быть членами церкви, отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. На этот вопрос я уже многократно отвечал, что хотя в РПЦЗ и крестят полным погружением, но катехизации настоящей практически нет нигде. А так, одна беседа, и человека считают уже обращенным. Главная беда в следующем. Они хотя и крестят в полное погружение, но уже в кавычках крещенных мочением волос головы считают тоже крещенными. В этом плане РПЦЗ от МП ничем не отличается, и нам здесь уже ничего не сделать. Сирахов 27.9. Птицы слетаются к подобным себе, и истина обращается к тем, которые упражняются в ней.